Цель Уральского форума – найти точки взаимодействия и вывести связи между регионами Уральского округа и Украины на новый уровень. Как отметил Николай Винниченко, странам выгоднее сообща решать схожие проблемы, среди которых высокая зависимость от экспорта металла и сырья, потребность в обновлении машиностроительного комплекса и освоении инновационных продуктов. Схожий уровень технологического развития Украины и Уральского округа создает уникальные предпосылки для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя ущемленной. Промышленный и инновационный потенциал региона УРФО продемонстрировали на выставке. Курганская область представила продукцию перерабатывающих предприятий от колбасы пельменей до широко известных в России и за рубежом мостовых конструкций, боевых машин пехоты и уникального оборудования центра Елизарова. Салово слабое. А вот пельмени, да. Украина среди партнеров за Урале занимает 4-е место после Казахстана, Германии и Узбекистана. Ее доля во внешней торговле области составляет примерно 10%. Страна экспортирует в регион 66% продукции машиностроения, 32% металлических товаров. А зауральские промышленные предприятия, в свою очередь, поставляют радиаторы, отопители, стальную и фрезерованную фибру, минеральные продукты и продовольственные товары. Структура импорта в Курганскую область 67% приходится на товарную группу металла и изделия из них. И мы благодарны сегодня нашим товарищам, украинским коллегам, за то, что мы в этой части сотрудничаем достаточно конструктивно. Итогом Уральского форума стало подписание договоров. Курганская область заключила соглашение о сотрудничестве с автономной республикой Крым и металлургическим городом Днепропетровском. У нас есть что с ними отрабатывать с точки зрения возможной комплектации и поставки металлов. Во-вторых, город развивается, область развивается. У нас есть что предложить им для обустройства инженерной инфраструктуры, для обустройства дорог, по поставке техники на строительные объекты. Как отметил глава Заурали, Уральский форум – возрождение того, что было наработано в кооперации российских и украинских регионов ранее. Алена Позднякова, Виталий Грызлов, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион 45» из Екатеринбурга.